Ну что ж, всем привет. Мы начинаем командную перестрелку на пирсе. Так, походу мы будем опять... А нет, 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 вы не вооружены пистолетами. Скорей, скорей, скорей. Хапаем самое смертоносное оружие. Дробовик, снайперка и гранаты. Даже если у меня будет снайперка, я уже буду полубок какой-то. Потому что со снайперки валить проще всего. И тот у нас... Ай-яй. Ай-яй. Видите, как все плохо. Тяжелый пистолет, ну хоть что-то. Отлично. Оп. Блин, немножко не получилось. Так, ну что ж, у нас снайперка-то снова появилась. Так что я думаю, ее можно схватить. Так, что это, помповик? Так, нужно схватить гранатомет. На всякий случай. Так, и кто там у нас? Нельзя так делать. Так делать могу только я. Потом помойки застрял. Так. Да блин, подловил он меня. Хотел в перекате с приклада ударить, а не получилось. И меня опять протонуло к снайперке. Какое счастье. Так я же это попал в него два раза, он что, бессмертный там? Или что такое? Так, лучше мне залезть на крышу. Только выберусь отсюда. Так, используем тяжелый пистолет. Дайте, дайте, дайте. Отлично. Я добрался до снайперки. Ну что ж, уроды. Посмотрим, кто из вас круче. Я не понял, ты что, бессмертный у нас? Так, не двигайся. Как ты двигаешься-то? Гранатки сюда не надо. Гранат мне не надо. Так, ты здесь меня ждал, да?
А я тебя не вижу. Да блин. Чуть-чуть не получилось. Отлично. Пока рано. Так, хватаем. Хоп. Хоп. Есть. Спасительная снайперка. Ты у меня. Ай, метко сразили. Метко сразили. Я тебя спас. Видишь, что может грамотный выстрел сделать. Ничего себе, 114 патронов. Да тут можно до конца матча сидеть. Давайте, давайте. Покажитесь. А, мы победили. Ну и хорошо. Самый ценный игрок Пуме. Но ты успел наснайперить несколько киллов. И даже прокачался.